Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Сейчас мы с вами попробуем разобраться, на что нам стоит обращать внимание, что нам следует указывать в своих протоколах при анализе КТ с опухолями поджелудочной железы для предоперационного планирования. Но для начала, зачем мы, в принципе, делаем КТ при опухолях поджелудочной железы? Во-первых, это стадирование. Здесь мы основываемся на ТНМ-классификации, которая достаточно понятна, проста. Она, в свою очередь, основана на размерах опухоли и на инвазии сосудов. Но эта классификация, она в основном про прогноз заболевания, а не про операбельность. Поэтому, во-вторых, при анализе КТ мы оцениваем распространение опухоли как местное, так и обращаем внимание на отдаленное метастазирование, что в дальнейшем может повлиять на выбор тактики лечения. Это может быть либо химиотерапия, либо хирургическое лечение. И в случае выбора хирургического лечения с помощью КТ хирурги могут определить объем операции. Когда же мы можем оперировать? В случае, если мы говорим об опухолях головки поджелудочной железы, то, во-первых, не должно быть отдаленных метастазов, во-вторых, не должны быть вовлечены крупные сосуды, такие как верхняя брыжечная артерия, чревный ствол и общая печеночная артерия. И должна быть возможность резекции, реконструкции вен. И при соблюдении всех этих условий возможно выполнение стандартной операции гастропанкреатодуоденальной резекции, которая представляет собой удаление опухоли блоком вместе с рядом расположенными органами. И здесь стоит учитывать, что вместе с этим блоком удаляются и все артерии. И здесь мы должны обращать внимание на то, что хирурги могут многое удалить, но они не должны удалять артерии, которые кровоснабжают печень и тонкую кишку. Но существуют исключения, когда опухоль определяется в теле поджелудочной железы. В таком случае опухоль может инвазировать чревный ствол и общую печеночную артерию, и в этом случае тоже опухоль будет удаляться блоком, но при этом резицируется чревный ствол, общая печеночная артерия, но при этом сохраняться будет кровоснабжение печеночной артерии через панкреатодуоденальную и гастродуоденальную артерию. Также в своих протоколах мы должны обращать внимание на варианты строения целиака мезентерального бассейна. Знаем, что типичный вариант, когда общая печеночная артерия отходит от чревного ствола и дальше делится на печеночные левые и правые печеночные ветви, встречается в половине случаев. Здесь мы должны понимать, что разные варианты типа строения, они будут влиять на планирование операции. И хирургам желательно заранее понимать, какие крупные сосуды откуда отходят. В своей практике мы используем популярную классификацию по Митчелсу. Она включает в себя 10 основных типов, и есть другие типы, они относятся к 11-му, это другие варианты строения. Эта классификация, она основана в основном, суть ее в том, что она делает акцент на отхождение печеночных артерий. И здесь стоит обратить внимание, что они могут отходить не только от чревного ствола и общей печеночной артерии, но также и от левой желудочной артерии и верхней брыжечной артерии. Итак, чтобы определить, резектабельная опухоль или нет, мы должны в первую очередь понимать, есть инвазия сосудов или нет. Здесь мы обращаем внимание, что разные опухоли, они имеют разные критерии инвазии сосудов.
Но самым надежным признаком является деформация сосудов, изменение его просвета, сужение просвета, появление неровности стенки. И это будет достаточно надежным признаком инвазии сосудов при разных опухолях. В частности, при аденокарциномах широкое прилежание опухоли к сосуду больше 180 градусов также будет являться признаком инвазии. Посмотрим, как это выглядит. Видим, что у нас идет чревный ствол, отходит от него общепеченочная артерия, селезеночная артерия, и видим, что селезеночная артерия на уровне опухоли резко сужается, имеет такой изъеденный контур, и мы здесь можем однозначно высказываться об инвазии артерии. И здесь обращаем внимание, что лучше эти признаки оценивать не просто на плоских изображениях, а строить реконструкции МИП, где мы можем быстрее и проще нам оценить эти изменения. Следующий признак — это широкое прилежание опухоли к сосудам больше 180 градусов. Как в данном случае мы видим, есть опухоль гиповаскулярная, рядом проходит верхняя брыжеечная артерия, и мы видим, что на каком-то протяжении артерия она достаточно широко прилежит к опухоли, примерно около 180 градусов, и также мы можем высказаться об инвазии. Но многие здесь могут поспорить, предположить, что здесь все-таки меньше прилежания, и поэтому нам такие изображения надо оценивать, такие изменения оценивать не только в аксиальных плоскостях, но и во всех плоскостях. И вот то же самое исследование мы оцениваем в корональной плоскости, и здесь уже у нас не вызывает сомнений, что опухоль действительно прилежит больше, чем на 180 градусов к верхней брюшеечной артерии, и мы однозначно говорим об инвазии. В другом случае мы видим опухоль, гиповаскулярную опухоль тела поджелудочной железы, рядом проходит верхняя брюшеечная артерия, и мы видим, что она достаточно между артерией и опухолью есть прослойка жировой ткани, клетчатки практически на всем протяжении, но на одном из срезов мы видим, что есть прилежание, где клетчатка исчезает, и контакт, очевидно, здесь меньше 180 градусов. Однозначно мы высказаться об инвазии не можем, но можем высказать, что, возможно, здесь инвазия. И вот в таких случаях возникает проблема вот в этой возможности. Почему? Опухоль аденокарцинома, она имеет переневральное распространение вдоль сосудов. В ряде случаев это не вызывает каких-то проблем, как в данном случае мы видим опухоль, видим, что она распространяется вдоль сосудов, таким солидным массивным компонентом вдоль сосудов. И мы однозначно говорим о переневральной инвазии. Но не всегда это так все очевидно. Бывают случаи, когда мы видим опухоль, рядом проходит верхняя брюшеечная артерия, и вдоль верхней брюшеечной артерии у нас есть такое тяжистое такое матовое уплотнение. Но если посмотреть, полистать дальше, мы увидим, что в проксимальных отделах это уплотнение приобретает солидный компонент, и тоже нам это дает почву к тому, что прийти к переневральной инвазии. Здесь мы уже не с такой уверенностью высказываемся, но при этом
наша вероятность, то, что это перинеуральная инвазия, сохраняется. Дальше бывают еще менее однозначные случаи, когда есть опухоль, есть такое же уплотнение вокруг артерии, но оно совсем тяжистое, матовое, но здесь мы обращаем внимание, что тяжи эти идут от опухоли к верхней брыжеечной артерии. И здесь мы уже высказываемся о возможности, что, возможно, здесь есть перинеуральная инвазия. В чем сложность? В том, что вот такое уплотнение, матовость, она может быть вызвана не только инвазией, но и отеком или фиброзом. Так, например, в данном случае мы видим, у нас изображение состояния после биопсии. Коричневым в данном случае отмечена воспалительная паренхима поджелудочной железы. Желтым отмечена сохраненная паренхима, зеленым опухоль. И вот все, что вокруг, синим отмечено такое тяжистое диффузное уплотнение клетчатки, которое также тянется вдоль сосудов, но оно вызвано не периневральной инвазией, а отеком. С учетом анамнеза, с учетом динамики, мы однозначно можем сейчас говорить, что это отек клетчатки. Такие изменения, они никак не влияют на операбельность, но влияют на ход операции, они придают больше проблем для хирургов. Дальше, имеет ли значение, помимо инвазии крупных сосудов, таких как чревный ствол, общая печёночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, значение инвазий других артерий? Так как во время операции удаляется достаточно много артерий, их клипируют на уровне устья. Но если происходит инвазия именно на этом уровне, на уровне устья, то клипирование уже невозможно. И особенно это касается гастродуоденальной артерии. Как в данном случае мы видим общую печёночную артерию, от которой отходит гастродуоденальная артерия. Она проходит в толще опухоли, инвазирована, но на аксиальных, опять же, изображениях нам сложно оценить ее распространение и где край опухоли. Поэтому мы прибегаем к помощи к корональным изображениям. Здесь нам четко видно, что верхний край опухоли, он доходит до устья гастродуоденальной артерии, и в данном случае это создает проблемы к хирургам и дополнительные сложности во время операции. Также насчет вен. Вены, они в большей степени влияют не на операбельность, а на планирование операции. Также мы можем оценить их инвазию. Признаки инвазии примерно такие же. Это деформация сосудов, широкое прилежание, сужение сосудов и наличие тромбов. Например, видим воротную вену, которая на уровне опухоли резко сужается, приобретает такую каплевидную форму, и мы здесь высказываемся однозначно об инвазии портальной вены. Тромб. Видим в портальную фазу, на уровне опухоли определяется дефект контрастирования, который трактуется как тромб. И здесь стоит обратить внимание, что в своих исследованиях не стоит пренебрегать портальной фазой, потому что в такие дефекты контрастирования в артериальную и панкреатическую фазы могут быть расценены как артефакты смешивания. Ну и контакт больше 180 градусов. Мы видим опухоль, видим
верхнюю брюшечную вену, которая на 180 градусов контактирует с опухолью. И мы бы могли здесь высказаться об инвазии, если бы не одно «но», как что опухоль она является кистозной. И здесь возможна инвазия, но она погранично резектабельна, и интраоперационно в данном случае было доказано, что инвазии не было. Так, и что мы еще должны указывать в своих протоколах, это распространение, инвазию соседних органов, которые в ряде случаев будут влиять не на операбельность, а на планирование операционное. Как в данном случае мы видим, что опухоль распространяется вдоль средней ободочной артерии, распространяется на мезоколон, и хирурги, зная об этом заранее, они спланируют выполнение гемиколэктомии. Либо в случае, когда опухоль распространяется на верхнюю треть желудка, здесь заранее будет планироваться гастроэктомия. И последнее, на что стоит обращать внимание, это лимфоузлы. Лимфоузлы, они также влияют на резектабельность. Оцениваются лимфоузлы по тем же признакам, что и в остальных областях. Но в своих протоколах мы обязательно должны указывать группы лимфоузлов, потому что есть группы лимфоузлов, которые входят в стандартный протокол операций. Здесь они отмечены зеленым цветом. Дальше есть группы лимфоузлов, которые они не входят в стандартный объем, но при этом могут быть включены во время операции. И обратите внимание, что сюда входят забрюшинные лимфоузлы. И есть лимфоузлы, группы лимфоузлов, которые являются уже отдаленными метастазами. Это мезентериальные лимфоузлы и лимфоузлы, которые определяются ниже отхождения нижней брюшечной артерии. Все, спасибо за внимание.